Улицы Жукова, Бирюзова, Северная, Садовая, Молодежная, финиш возле Стеллы. Таков маршрут 3-го Одинцовского велопарада, который открыл 7-й фестиваль «Победа жизни». Старт был намечен на 12:00, но сбор велосипедистов начался часом ранее. Поддержать велодвижение приехали и совсем юные любители двухколесного транспорта, и бывалые спортсмены, и дамы в самом расцвете лет. Но правила для всех едины и обязательны. Старше 12 лет. Помимо этого, основным правилом является, это, во-первых, исправность велосипеда по возможности, потому что на участке велопарада есть одно опасное место, которое мы очень много раз прорабатывали и по возможности прошлись так, чтобы конфузов не случилось. Конечно, желательно, чтобы участники заезда вели здоровый образ жизни, как и все организаторы фестиваля, или хотя бы стремились к нему. Алексей живет в Одинцово. Это его первый велопарад в родном городе. Об участии не раздумывал. Двухколесное движение надо поддерживать и развивать. Известно, зачем привлечь внимание общественности к вопросам велодвижения и здоровья вообще. Так вот. В Одинцово с велодвижением как обстоят дела? Удобно велосипедисты по Одинцово передвигаться? Я думаю, никак не обстоят, потому что ни велодорожек, ничего так особенно нет. Единственное, В Лазутинском парке только, да. Перед стартом медосмотр. Маршрут непродолжительный, но нагрузка на неподготовленный организм может оказаться ощутимой. Давление измерено, разминка сделана, можно отправляться в путь. 3, 2, 1, поехали! Сразу после велосипедистов о радостях здорового образа жизни и материнства гостям фестиваля рассказали супермамочки. Слов на ветер решили не бросать, прибегли к помощи танца. Валерия Филимонова из слинга уже выросла, поэтому приехала с папой на победу жизни в автомобиле. Но не на обыкновенной иномарке, а на достаточно редкой. Таких в Японии было выпущено всего 16 тысяч экземпляров. Машина достаточно редкая и уникальная в своем роде. За счет своих дверей и количества остекления, так скажем. Это заводской вариант. Да, это абсолютно заводской. Здесь изменены только колеса и подвеска, немножко занижена. Кажется, фестивальный день. В центре Одинцова можно было найти развлечения на любой вкус. Возле ГДО играли в исторические игры. Напротив обновленной детской площадки расположились военно-патриотические клубы. Рядом со стадионом прошли соревнования по воркауту и панно-футболу, а в волейбольном центре по киберспорту. Тематика развлечений была разная, но цель одна – показать, насколько разнообразным бывает трезвый досуг. Мы видим, что здоровый образ жизни потихонечку побеждает. И это не только у нас в Одинцово, это и общероссийская статистика снижения употребления алкоголя, сигарет. Очень медленно, конечно, хочется быстрее, но вот этот плавный переход, он все равно идет, и молодежь уже выбирает трезвый здоровый образ жизни по разным причинам. Первый фестиваль «Победа жизни» прошел в Одинцово 7 лет назад. Тогда он состоял из концерта и показательных выступлений спортсменов. Сейчас его программа продолжается с утра и до вечера, а число гостей и участников выросло почти в 10 раз. Несмотря на то, что фестиваль очень непростой, и схема проведения квеста, и количество площадок большое, и большое количество волонтеров, со всеми надо это все синхронизировать, скоординировать, любые изменения надо вовремя передать до большого количества людей. Несмотря на все такие сложные моменты рабочие, я лично, по крайней мере, получу огромное удовольствие, потому что фестиваль делается с душой. Прекрасно, что такие мероприятия проводятся на территории Московской области. Пропаганда здорового образа жизни, спорта, активности. В общем, это задает темп все большему и большему развитию моды на спорт. Раньше мода была несколько другая, сегодня спорт в моде, здоровый образ жизни, активность. Это для нашей молодежи крайне важно. Подарить одинцовцам возможность весело и с пользой провести выходной – это далеко не главное. Цель фестиваля, признаются организаторы. Вдохновить гостей праздника, одержать победу в своей жизни. То, к чему они стремятся в течение 7 лет. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».